Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Валдай, и мы продолжаем прохождение Tom Clancy's The Division. Ну что ж, как и обещал вам в прошлой серии, продолжаем с того же самого места, где и закончили, а именно в торговом комплексе на Бродвее, пытаемся найти купюру с вирусом, и в принципе мы их уже, кажется, нашли. Осталось лишь просто подойти и забрать, нет? Ну вот они. Внимание, по всем данным... Внимание, подтверждено наличие вируса. Ну наконец-то. Агент, будь начеку. Мы только что получили сообщение от наблюдателей ОТГ. В здание прибыли новые группы чистильщиков. Ну твою мать, держите, начинается. Дальше. Повторяю еще раз. Купюры должны быть как новенькие. Ну, ты понимаешь? Я понимаю, только теперь выйти отсюда будет не просто. Выход из зараженной зоны. Новые группы чистильщиков. Так. Ну что ж, левый лифт или правый? Конечно же левый. Поехали. Так, давайте просканируем местность, потому что я чувствую, здесь угроза явно будет какая-то сейчас. Обнаружена угроза 2. Ну да. Так я и думал. Так, просто выйди и просто сюда в укрытие сядь. Они довольно далеко, но в принципе это и хорошо. Надо ближнего носить, потому что он со щитом. Нет, не готов. Ну вот теперь готов. Нейтрализуйте кого? Казинский? Это какой-то босс, что ли, мать его? Ну, только его тут не хватало. Да, вот он. Он лютый. Даже очень. Рекомендуется стрелять в переносной резервуар. Переносной резервуар? Это где? Это у него тут на... А, вижу. Ага, есть контакт. Внимание, противник. Слушай, да ему же насрать. О-о-о, а вот он делает очень больно. Давайте отойдем еще чуть-чуть дальше. Хотя мы сейчас сами себя в тупик загнали, на самом деле, это не очень хорошо. Внимание, противник. Главное броню вырубить, остальное потом уже будет дело техники. Так, отходим. Срочно отходим. Ай-яй-яй. Так, надо бы подхилиться срочно. Вот ублюдок, а как тебе гранаты можешь кинуть? На, лови. По-моему, вообще плевать на гранаты. Фак, опять в огне. Нет, 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 нет. Только не умирай. Ой, твою мать. Ну что ж, куда же без, собственно, фейла в начале серии? Конечно. Конечно, хрен на что получилось. Будем надеяться, что чекпоинт будет с этого же этажа, и что не придется нам по новой бегать. Зачистить сектор. Что за дерьмо? Подожди, с самого начала, что ли, реально? Ты издеваешься? Да не, вряд ли, я думаю, что... Нет, все-таки отсюда, отлично. Так, хорошо. Что же с тобой-то делать теперь, родной? Рекомендую переносной резервуар. Да, это я уже понял. Кстати, вот вариант подняться выше, на самом деле, хороший, мне кажется. Давайте так и поступим. Нафига нам бегать с ним на одном этаже, когда мы можем просто подняться выше? Ай, как больно делают, конечно, ублюдки. Так, давайте просканируем, чтобы понять, кто где. Фига он быстрый, конечно. Только что же был снизу. Так, спокойно. Ну, броню мы сняли, уже полдела сделано, считай. Гранаты кидает, ублюдок зажигательный. Ладно, ладно, ничего. И не таких ломали, как говорится. Так.
Не очень удобная позиция для стрельбы. Хотя в целом нормально. Ну что, надо добивать гранатки, я считаю, давай. Ну отлично. Отъехал родной. Ну теперь остались простые, но с ними это проблем быть не должно, я думаю, что. Куда же ты, постой, мы с тобой еще не закончили. Отлично. Так, ну по идее враги еще остались, потому что нам все еще задача осталась защитить сектор. Четыре угрозы, еще четыре врага как минимум. Так, ладно, какой-то офигенный противогаз и голографический прицел. Потом на базе посмотрим, я думаю, что после этой миссии мы все равно пойдем на базу, потому что нам нужно будет провести там некоторые улучшения и продать все лишнее, а также посмотреть, что нам будет доступно. В итоге хрен его знает, что тут по врагам, где они еще остались, но, наверное, нужно ниже спуститься, я думаю, что. Здесь будет не пройти, вот это кайф. А если прыгнуть вниз, наверное, убьюсь, не, лучше не стоит, наверное. Лучше не экспериментировать. Ну его нафиг. Ладно, бежим, что ж поделать. Ничего страшного. Так, ну хорошо, ну по идее прямо где-то тут должно быть. Давайте еще раз включим сканер. Угу, вижу одного. Подожди, снайперская у меня осталась, патроны к ней, да. Вроде как остались. Как ты после такого выжил еще, родной? Готов. Это просто потрясающе. Найти в разоренном универмаге купюры с исходным штаммом все равно, что иголку в стоге сена. Но тебе удалось таки это сделать. Жду не дождусь, когда ты притащишь их сюда. Обалдеть. Кстати, агент, с меня выпивка, если она еще где-то осталась. Вот-вот. Если она еще где-то осталась. Да, после такой миссии я бы не отказался, на самом деле. Ладно, тем не менее, пока мы были тут, уже стемнело вовсю. Так что добираться до базы придется ночью. Давайте поставим, пожалуй, метку, наверное, на опорный пункт или на самую главную базу. Я бы на самом деле пошел на самую главную, потому что там можно будет что-нибудь улучшить. Хоть до нее и, конечно, дальше гораздо бежать. Но надеюсь, что доберемся мы без приключений. Потому что приключений и так только что хватило. Ладно, будем надеяться на лучшее. Спасибо, агент. Этот образец исходного штамма мне очень помог. Я подготовила отчет для потомков и для ЦКЗ. Ты тоже посмотри. Обязательно. А, подожди, можно посмотреть прямо сейчас же, получается, да? Это как у нас доступно, новая улика. Образцы оригинального патогена «Зеленая трава», взятые из купюр, использовавшихся для первоначального заражения, позволили нам детальнее изучить базовый геном. Я обнаружила прямые свидетельства того, что вирус создан искусственно. Генетический материал полудюжины других патогенов. Их внедрили, чтобы повысить убойную силу вируса. Угу. Любопытно. Ну что же, у нас уже есть два отчета из пяти. Кстати, здесь справа дофига помечено всяких разных ресурсов. Ты туда не ходи, бандит предупреждает друга об опасности. А если двинуть клон? Наверняка там полно богачей, там дипломатов типа всяких. Легкая добыча, а? Ты все рехнулся? От нас там мокрого места не останется. С чего бы? С того бы. Ты еще не видел этих парней? Крутые спецназовцы с мощными пушками, бля. Супероружие, не то что этот АТГшный мусор. Ха. И не думаешь, что тебя поймают и будут судить. Сразу расстреляют. Так что нефиг. Куда угодно, только не туда. Ну вот-вот. Так, далее, телефонная запись. Давайте посмотрим. Переводчик, сотрудник АТГ запрашивает переводчика. Мэри, отдел социальной адаптации. Чем могу помочь? Это штаб-сержант Макс Купер. Мне нужны переводчики для складов. Армянские и западноафриканские диалекты. Да вы сами знаете, это редкие языки. Обычно у них в семьях можно найти хоть одного, кто знает английский. Но сейчас тут, черт, голову сломит. Сейчас выясню, что можно сделать. Спасибо, мэм. Выручили нас.
Ух ты ж мать твою, смотри, сколько там народа. Давайте-ка гранатку этот раз подкинем. Офигеть, всех положил одной гранатой. Походу дело, да. Сурово. Рядом с вами находится эхозапись. Где? Вот здесь. Походу дело, да, где-то? Угу, вот она. Реконструкция завершена. Давайте активируем, посмотрим. Погребальный костер. Чистильщики поджигают машину с людьми. Ой, жесть. Выпустите нас! Мы на все согласны! Не делайте этого! Пожалуйста! Ну вот ублюдки, а. Личность не установлена. Обвиняются в тяжком преступлении. Жесть. Нелли Рид мертва. Близкие родственники отсутствуют. Да, офигеть, конечно. Ладно, забираем и идем дальше. Покойтесь с миром, господа. Жесть. Надо такие записи находишь, что, блин, думаешь, что лучше бы уж не находил. Слишком как-то сурово. Херня какая-то. Здорово, пацаны. А вот и я. Еще враги, что ли, где-то там? Угу. Мы тебе очень рады. А я-то вам как рад. Кажись, все. Ну что ж, конечно, никаких ресурсов с них не выпало, но, по крайней мере, опыта подзаработали чуть-чуть. Ну и, в принципе, сделали благое дело. Уничтожили еще парочку бандитов. Так, помните, мы тут проходили, да? Отлично. Поговорить с Джессикой Кэндл на базе. Так, опять где-то. Угу. Впереди. Дерьмо. Готово. Что у нас здесь? Наколенники новобранца. Ну, естественно, на продажу, либо же на разбор. Человек в беде. Добрые поступки нынче редкость. Что такое куфи? Это какой-то шарф или что это? Давайте посмотрим. Инвентарь, внешний вид. Да, шарфы. Наверное, да, наверное, коричневые. Поинтереснее. Так, это мирные ребятки, все хорошо. Ладно, мы тем временем уже подходим к базе. Тут уже бояться нечего. В топку эхо-маяки, пойдем скорее на базу. Уже не терпится нас сами продаться, улучшить что-нибудь там и вообще посмотреть, что у нас доступно нового и интересного. Так, этого медблок мы прокачали на 30%, а остальные на 20%. Но сейчас мы еще улучшим медблок и так вот потихонечку, короче, мы, собственно, его прокачаем, может быть, на 100%. Рано или поздно. Как же ты медленно здесь ходишь, мать твою? Сказала, они называют себя чистильщиками. Больные. Жаль, я не могу с тобой пойти. Господи, так, пополним боезапас. А думают, что спасают город. Производственная станция. Ну, я бы на сами с удовольствием скрафтил бы какую-нибудь крутую пушку. Например, вот такую. Не хватает ресурсов. Что нужно? Что нам для нее нужно? Давайте где-то посмотреть. Ага, детали оружия 2 и инструменты 1. Мы, по идее, можем крафтить вроде как инструменты.
И детали оружия. Детали оружия нужны вот такие, да? Не хватает. Инструменты. Инструменты можем сделать синим. Давай создадим. Все. Дальше электронику можно сделать тоже синюю. Потихонечку будем перекрашивать, потому что зеленая электроника и зеленые инструменты ни о чем. Ткань качественная не хватает. Так, ладно, окей. Я так полагаю, что нам ни на что не хватит все равно в любом случае. Давайте посмотрим, конечно. Инструменты одни. Инструменты больше не требуются, детали оружия требуются. Для этого надо пушки разбирать. Жалко нас сами даже разбирать такую пушку, но, видимо, придется. Инвентарь. Так, получается. Ну, у нас откуда-то еще вот такая SMG взялась. Ну, вот ее можно вполне разобрать. Деталь оружия одна. А вот это, на самом деле, я бы лучше продал. Да, пожалуй, с крафтом пока нам стоит повременить. Давайте лучше просто продадимся. Так, продать. Что мы здесь имеем? Подожди, а что у нас там вообще по нашему инвентарю? У нас какие-то там же были вещи. Противогаз хуже. Наколенники хуже. Ну и, в принципе, все. Дофига всяких разных еще вот этих штук. Давайте быстренько это посмотрим. Может быть, что-то сможем поставить. Так. На нашу армейскую P416. У нас стоит неплохой коллиматорный прицел. У нас стоит глушитель. Вертикальная рукоятка. Оптимальная дальность. Либо же 2% точность. 2,50 точность. Стабильность. Ну, дальность, в принципе, для автомата, может быть, и не очень нужна. Может быть, поставить точность 2,5%. Я не знаю. Хотя нет, оставим дальность, потому что она совсем хромает у этой пушки. Дальше магазин быстросъемный. Тут, в принципе, все прекрасно. Скорость перезарядки 4. Новости есть. Это у нас стоит на десантной СВД. Хорошо. Далее, покрасок у нас никаких пока нету. Прицел все понятно. В принципе, все замечательно. Ладно, я думаю, что можно тогда продавать. Все остальное нафиг. У меня есть вещица, буквально создана для вас. Да что ты говоришь? Скажете, продать, поехали, десантная СВД. Жалко, что нет кнопки продать все, наверное, как-то, да? Было бы очень удобно. Отлично. Итого, сколько у нас денег? 3800. Очень даже неплохо. За такие бабки можно что-нибудь хорошее купить. Давайте посмотрим, что у него есть. Ну, у него есть неплохая G36C. Урон 341. Урон 341. Давайте сравним с моей пушкой. Инвентарь. 292. Да, урон помощнее будет, смотри, даже чем у моей P416. Так, 292, 750, 30, запоминаем. Теперь смотрим здесь, у этого торговца. Больше, также, также. Ну, в общем, скорость перезарядки и дальность получше, стабильность и точность похуже, но это можно исправить с помощью таких штук. Прицел, кстати, очень крутой, смотри, какой голографический прицел, качественная, оптимальная дальность, шанс критического попадания. Подходит для наших пушек. Даже не знаю, в принципе, пушка неплохая, G36C, но стоит ли ее брать? Давайте еще, может быть, подумаем чуть-чуть. Так, давайте посмотрим у этого торговца, что у него есть. Ну, снаряжение. Ну, есть получше, конечно, вещи. Есть, допустим, перчатки хорошие, лечение за убийство, шанс критического попадания. Ну, 2% лечения за убийство – это просто вообще идеальное. Просто мечта. Но, пожалуй, все-таки G36C мне пока что больше нравится. Давайте возьмем ее. Я уверен, потом мы сможем найти пушку еще круче, и, может быть, не стоило тратить столько денег, но а куда их с другой стороны девать, поэтому давай покупаем. Так, теперь сразу же давайте переоденем, для этого надо сначала с нашей пушки все снять, ну, с этой, а именно коллиматор, далее рукоятка, глушак и быстросъемный магазин. Прекрасно, теперь вот эту пушечку мы ставим. Проверяем 341, 292, 750, 30, 750, 30. Так, точность хуже, скорость перезарядки, дальность и стабильность получше. Ну, а стабильность похуже. Так, ладно, поехали тогда. Значит, начинаем с глушака. Урон от критического попадания, сниженный уровень угрозы.
на 24%. Раз у него дальность хорошая, может быть, тогда имеет смысл поставить... А, у нас либо дальность, либо стабильность, притом стабильность стоит на СВДшке. Не, ну тогда давайте, соответственно, да, дальность все-таки. Далее, магазин, скорость перезарядки. Ну и, соответственно, оптика. Урон от выстрела в голову 1%. Так себе, на самом деле, достижение, но, по крайней мере, он будет немножко увеличивать. Так, ну и теперь нашу PH-316 можно вполне впарить, я думаю, что... Продать. P416. 228 монет. Не густо, конечно, но все-таки хоть что-то. Итого 554 у нас осталось. Монетки. Так, с тобой пока поговорить нельзя, то есть новые-то никакие квесты не даешь. Доска у нас вроде как тоже без всяких новых штук. В принципе, все, можно идти тогда в медицинский блок. Доступно улучшение. Поговорить с Джессикой Кэндл. А, вот и ты. Привет, я... Одну секунду. Да. Извините, доктор Кэндл, но образец не дал результата. А вы прикомнатные делали? А, вы же сказали... Я сказала, комнатная температура. Ну, отклонение было незначительное. Знаешь что, я сама сделаю. Ты просто не трогай. Сделаем вид, что ничего не было. И почему так трудно найти компетентных помощников в разгар эпидемии? Ну... Во всяком случае, мы приступили к анализу тех образцов. Доктор Эллис меня выручил, взял на себя медблок. Теперь меня не будут отвлекать. Моя бывшая говорила, что патогены мне ближе, чем люди. Моя бывшая. Забавно? Да. В общем, продолжай в том же духе. Мы уже на полпути к вакцине. И с твоей помощью мы ее сделаем. Ну что ж, замечательно. Моя, говорит, бывшая говорила. Любопытно. Очень любопытно. Ладно, поехали теперь заниматься улучшениями. Медицинский блок. Итак, сколько у нас? 840. То есть мы, по идее, можем что-нибудь либо поставить, допустим, 400 и два таких, то есть три улучшения, либо сделать одно большое и, в общем-то, одно маленькое, да? Вирусологическая лаборатория. Что дает? Навык полевой медпункт. Развертывание полевого медпункта, который лечит союзников и может использовать для реанимации. А также преимущества средств защиты. Повышение защиты от вируса на 1. Доступ в более зараженные районы. Разработка вакцины с использованием данных и оборудования, добытых агентами спецстрел. Давайте этот прокачаем, потому что доступ в более зараженные районы меня интересует. Настоящая работа, агент. Тебе должны платить как следует. Угу. Так. Можно использовать новые способности. Замечательно. Далее смотрим. Аптека. Талант «Шок и трепет». При подавлении противнику 80% возрастает скорость передвижения. Эффект длится 10 секунд. Талант «Боевое братство», когда успешно элиминируете тяжело раненого сотрудника. Понятно, в топку. Так, такелажник. Получение ткани, материала для создания предметов в медблоке каждый час. О, вот это круто. И повышение защиты от вируса на 1. Доступ в более зараженные районы. Опять-таки тоже. Давайте прокачаем тогда аптеку. Какие проблемы? Итого у нас уже наполовину прокачан медблок. Отлично. Аптека. Теперь лекарства будут выдаваться строго по рецептам. Я знаю, что ты не хочешь... Здание ООН уже давно под контролем батальона. Еблое место. Зачем мы только приехали за подпор? Давайте посмотрим, что новое, собственно, открылось. Здесь пока что все не в сети. Вот она, аптека. Здесь, видимо, мы получим ткань. Плюс одну. Ну как-то на самом деле не густо. Я ожидал, что побольше будет. Это что такое? Есть. У меня есть лаборатория. Наконец-то у меня будет оборудование и персонал. Спасибо, агент. Да, и не за что. Если что, обращайся. Вирусологическая лаборатория, аптека. А, ну все, мы, собственно, только их и построили. Вирусологическую лабораторию и аптеку. Клиника, кстати, смотри, тут уже первые пациенты. Ну что же, я рад, что мы помогли доктору Кэндл. Хорошая женщина. Мне она нравится. То, что вам нужно. Говорят, в центре открылся мини... Я думаю, что пора уходить. Пора уходить, смотреть, собственно, что вообще здесь есть еще, какие квесты остались и куда мы пойдем теперь. Все еще ночь, но я думаю, что дело уже ближе к рассвету. Так, давайте немножко уменьшим тогда и посмотрим.
принципе, можно было бы, наверное, пока что медицинские миссии повыполнять, они довольно забавные. Так что давайте подумаем, куда тогда. Либо направо, либо налево. Вот сюда, по идее, ближе. Нужно зачистить весь этот дом. Нет! Пожалуйста! Не надо! Я не болен! Нет! 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 У нас будет много работы, они разбегаются как крысы. Не ссы, мы до всех доберемся. Вот-вот. Жестко. Гордон Армхерст, подозреваемый в биотерроризме, проживал в многоэтажном доме в адской кухне. Осмотреть его квартиру в поисках возможных улик. Награда также 500 медицинских ресурсов, до хрена кредитов, до хрена опыта. Одно синее оружие, кстати говоря. Вот это уже более любопытно. Но по дороге, раз уж мы пойдем так далеко, можно вполне, наверное, куда-нибудь еще зайти. Инцидент. Что за инцидент? А, данные о вирусе. Нет, как-то не очень охота. Операция. Бандиты штурмуют контрольно-пропускной пункт в тоннеле Линкольна. А, мы это уже делали. Инцидент. Уничтожьте КПП противника. Ну, давайте, наверное, на КПП пока что поставим метку, и потом от него уже пойдем, соответственно, туда вот прямо в опорный пункт заглянем и вперед на операцию. Я думаю, что это будет правильнее. Путь представить не близкий, но ничего страшного. А, ну еще у нас там с новой пушкой-то вообще. Ну, вроде неплохо. Как она хоть выглядит-то? Да, нормально, вполне. Так, вот здесь вот неужели ничего не будет, никаких ресурсов? Такое большое место. Отлично. Ну, даже одну синюю ткань дали, офигенно. Ну и, кстати, врагов тут парочка есть, но это ничего страшного. Уж что-что, а с ними-то мы разберемся. Теперь мне снова есть ради чего бороться. О, отлично, дала нам противогаз. Противогаз этот лучше, чем наш, поэтому у нас ими очень хорошо. Кстати, способности мы еще не посмотрели, точно-точно. Надо будет посмотреть. Увеличение опыта за убийство также осталось, но при этом... Это дает 24 медицины, а это 25... Что это? Техника или что это? Ну, короче, поставим пока ее. Она все равно лучше, по-любому. Так, с способностям давайте поглядим, что у нас интересного появилось нового. Полевой медпункт, который лечит союзников и может использоваться для реанимации. Место первой помощи. Я, честно говоря, не знаю, это круче или нет. Даже я не знаю, реально. Не, пока нарастаем. Новый талант, у вас два новых таланта. При подавлении противника у вас 5% возрастает скорость передвижения, и когда успешно реанимируете тяжело раненого союзника, у вас обоих 5% снижается получаемый урон. Так, что еще есть? Аптечку при неполном здоровье, запас здоровья увеличивается сверх 100%. Угу, интересно, когда вы использовали вылечить союзника, так, ну союзников учить пока я не намерен. Вот это, наверное, надо поставить, да. Да, у меня стоит адреналин, да, что он дает, адреналин? Когда вы занимаете укрытие, дача снижается на 5%, эффект длится в 10 секунд. Ну, может быть, конечно, интересно, но фиг узнает. При убийстве противника во время передвижения получаем урон, снижается на 30%, эффект длится 10 секунд. Для нас с вами все так себе. Все реально так себе. Но преимущество, они автоматом выбираются, поэтому здесь, в принципе, все хорошо. Ладно, в топку. Слишком долго мы с этим разбираемся, давайте быстро залутаем. Если тут, конечно, еще осталось что лутать, и свалим отсюда. Вот еще ящик. Еще пару тканей. Ну, там вот враги еще были, я бы с удовольствием к ним бы сходил, если они не очень далеко. Папки есть? Нью-Йорк уже не то. Вот ублюдки, а. Везучая девочка. Девочка выиграла билеты на спектакль. Алло, это Наоми. Привет еще раз, Наоми. Это снова Алис, 89,8. И я хочу тебе кое-что сказать.
Что? Вот что, принцесса, ты пойдешь в Линкольн-центр на Щелкунчика! Бабушка, мы выиграли, выиграли! И кого ты с собой возьмешь? Мою бабушку. Передай бабушке, что вас ждет незабываемое представление, ладно? Ладно. Передавай трубку бабушке, и мы договоримся, куда доставить билеты. Ладно, бабуль! Ну что же, я очень рад за Наоми, конечно, это все здорово, но, по-моему, лучше бы было не выходить из дома. Ладненько, нам тем временем нужно двигаться дальше, хотя, по сути, уже можно, наверное, заканчивать серию где-нибудь здесь. Давайте выберем какое-нибудь более-менее безопасное место, потому что мне нихера тут не безопасно пока. Начало врагов надо убить. Ну, а теперь получше. Что ж, хорошо. Я думаю, что пока мы здесь в относительной безопасности, давайте все-таки закончим серию, потом в следующий раз продолжим с этого же места. Спасибо вам большое за просмотр, надеюсь, что вам понравилось. Оставайтесь на канале, подписывайтесь на него, ставьте лайки и не забывайте про комментарии. Ну, а для вас играл и комментировал Валда, это была игра Tom Clancy's The Division на Epic Type. До новых встреч. Пока-пока.